Здравствуйте и добро пожаловать в программу «Планета бизнеса». На этой неделе мы ближе познакомимся с технологией eCall. Это новая европейская система оповещения о чрезвычайных ситуациях, которая позволяет сократить число погибших на дорогах. С апреля прошлого года все новые типы автомобилей означаются в ЕС такими устройствами. Какие возможности для бизнеса открывает эта технология? Альберто, вы представляете Европейское агентство спутниковой навигации. Расскажите нам о новинке. Речь идет о новом компоненте в системе безопасности автомобиля. Он активируется в случае аварии и передает координаты пострадавшей машины по спутниковой системе Галилей 112 аварийных служб. Давайте познакомимся с одной небольшой фирмой, которая развивает бизнес с опорой на систему eCall. Ежегодно на европейских дорогах в авариях гибнет около 25 тысяч человек. Разработчики eCall обещают снизить печальную статистику, сократив вдвое время реагирования на чрезвычайные ситуации в сельской местности. Предположим, машина попала в аварию. От удара, резкого торможения активизируется устройство eCall. По спутниковым каналам оно передает координаты автомобиля службам спасения. Водитель также может вызвать помощь, нажав кнопку. Помимо спасения жизни, технология открывает новые возможности для бизнеса. Ими воспользовалась группа NAVCERT. Мюнхенская фирма получила финансирование ЕС и занимается тестированием системы eCall. eCall — очень важная технология. С ней сегодня связана половина доходов нашей компании. Фирма наша немецкая, расположена в Германии, а вот клиенты разбросаны по всему миру — и в Китае, и в Японии, и в Корее. Возможности компании выходят за рамки простого тестирования. Она также предлагает широкий спектр услуг с использованием глобальных навигационных систем. Наша основная специализация связана с навигацией и позиционированием. Еще одно перспективное направление сегодня — это автоматизированное вождение. Оно предполагает точное определение координат машины в любой момент времени. Мы нашими решениями поддерживаем автопром. Альберто, роль глобальных навигационных систем в нашей жизни растет. Какие бизнес-перспективы это открывает? Навигация традиционно ассоциируется с транспортом, в авиасекторе, в секторе морских перевозок. Сегодня список расширяют дроны, беспилотники, а также бытовая техника. Скажите, сколько жизней и сколько средств помогает сэкономить система eCall? Речь идет о сотнях жизней, а также о многих сотнях спасенных от последствий тяжелого травмирования. В денежном выражении это 25 миллиардов евро. Спасибо. На сегодня это все. И дополнительную информацию вы можете получить на нашем сайте и в соцсетях. До встречи в следующих выпусках программы «Планета бизнеса».